29 марта состоялось первое заседание Оргкомитета Медиасаммита 2021. Ежегодный форум для специалистов в сфере журналистики и пиар пройдет 10-11 июня в кампусе Дальневосточного федерального университета. В прошлом году, как вы знаете, мы были в рамках, так сказать, борьбы с пандемией провести мероприятие в режиме онлайн, что называется. Кстати говоря, обнаружили для себя, как я понимаю, да, много новых возможностей в этом смысле, и нет худа без добра, что называется. Но в целом, конечно, хотелось бы вернуться к традиционному виду мероприятия. Дальневосточный медиасаммит пройдет в Приморье 8-й раз. В состав организационного комитета вошли представители ведущих СМИ региона и профильных образовательных направлений вузов края. Если там первые там, собственно, мероприятия мы там звали коллег из Москвы, они нас учили жизни, то сегодня я думаю, что мы и сами можем кое-кого поучить, наверное, какие-то тренды задать, так сказать, показать, что, как, зачем, чем и как зарабатывать, собственно говоря, на этом рынке, поскольку он, конечно, особенно меньше, чем рынок, собственно, Москвы и Московской области. Для гостей форума планируют организовать множество интересных дискуссий, круглых столов, тематических секций и полезных мастер-классов. Один из главных вопросов форума – работа в современном интернете, социальных сетях и мессенджерах. Также в планах обсудить с экспертами, где находится граница между цензурой и свободой слова, поговорить о постковидной реальности и, как следствие, изменившейся медиа-среде. Аудитория наша неоднократно нас критиковала за излишнее увлечение, там, скажем так, большим количеством секций, потому что там, опять же, рекордное количество секций было в 2019 году, не ошибаюсь, по-моему, больше 150. Конечно, такое количество мероприятий надо сложно посетить одному человеку в течение там, ну, 3 дней. Поэтому, наверное, будем, так сказать, делать чуть-чуть меньше. В этом году журналистское образование на Дальнем Востоке отмечает свое 60-летие, что также найдет отражение в программе медиасаммита. Екатерина Зверева, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.